Украинская морская партия Сергея Кивалова реализует проект помощи медучреждениям Одессы. Сегодня в Центр диагностики и томографии «Медкор-Юг», который функционирует на базе 10-й горбольницы, передали средства индивидуальной защиты, а также одни из лучших тест-систем для различных инфекционных заболеваний. Их сертифицировали в Германии для стран Евросоюза. Теперь сотрудники центра смогут проводить тестирование всех, кто приходит на исследование. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. В разгар эпидемии Украинская морская партия Сергея Кивалова реализует проект помощи медицинским учреждениям Одессы. Так, по просьбе сотрудников Центра диагностики и томографии «Медкор-Юг», который функционирует на базе 10-й горбольницы, представители политической силы передали первую партию тест-систем и средств индивидуальной защиты. Это позволит врачам вовремя выявлять больных COVID-19 и оказывать им своевременную медпомощь. Украинская морская партия Сергея Кивалова, она принимает активное участие в проекте бесплатного тестирования одесситов, предоставления необходимой помощи одесситов. Да, и вот в частности к нам обратились. Наша партия тут же отреагировала. Тут же мы приехали сюда сегодня совместно с клиникой Международного гуманитарного университета и передаем первую партию средств защиты и, собственно, тест-систем для того, чтобы обеспечить необходимую безопасность жителей нашего города и врачей. Мы знаем, что инициатива Сергея Васильевича Кивалова по тестированию жителей Одессы активно проводится в стенах университета. Но очень многие пациенты приходят сюда на исследование и тоже нуждаются в предварительном таком экспресс-тестировании. Инициативные тест-системы, которые мы сегодня реализуем в интересах жителей Одессы, будут осуществляться в том числе и для пациентов, которые приходят на исследование рентгенологическое, компьютерную томографию, МРТ-исследование в этот центр. С другой стороны, это позволит нам проводить правильную клиническую работу по интерпретации результата исследования. В системе, связанной с борьбой с коронавирусом, задействованы более 500 одесских медиков. Непосредственно контактируя с пациентами, работники медучреждений города принимают на себя первый удар и подвержены особому риску. Согласно протоколу, они должны проходить тестирование каждые 3 дня. Университетская клиника Одесского мединститута МГУ предоставляет им такую возможность. Сергей Васильевич Кивалов особо отметил, что самая повышенная сегодня зона риска – это как раз врачи. На базе нашего колл-центра, на базе нашей клиники также открыты двери для того, чтобы каждую неделю врачи города Одессы, Одесской области тоже проходили эти тесты-системы, могли себя обезопасить. Отметим, что диагностический центр «Медкор-Юг» осуществляет компьютерную и магнитно-резонансную томографию, ультразвуковые исследования, лечение урологических заболеваний. В медучреждение ежедневно приходят десятки пациентов. Мы обследуем органы брюшной полости, захватываем легкие и видим. Диагностическая находка. То есть это у нас где-то процентов 25-30 – это случайные находки. Плюс сейчас, учитывая ту ситуацию, которая у нас в больнице, мы очень много обследуем наших всех сотрудников, и тех, кто с ними связан. Для нас это очень важно, чтобы у нас еще было дополнительное подтверждение лабораторное. Теперь, благодаря наличию экспресс-тестов, которые сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости, работники Центра диагностики и томографии смогут тестировать на наличие COVID-19 каждого, кто пришел на обследование. Спасибо вам огромное. Системы и маски там. Спасибо вам огромное. Спасибо. В центре «Медкор-Юг» открыта кафедра рентгенологии Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Студенты могут посещать центр, проходить практику и приобретать ценный опыт, работая под руководством высококлассных врачей. Учитывая накопленный клинический и диагностический опыт, который есть в Одесском мединституте МГУ и в Центре диагностики и томографии «Медкор-Юг», учреждение успешно реализует множество совместных проектов. Мы на следующей неделе делаем большой онлайн-образовательный проект для врачей-рентгенологов Одесской области и других регионов совместно под эгидой медицинского нашего университета. Будем делиться опытом нашим наработанным в плане диагностики, интерпретации тех или иных заболеваний. Тем временем на базе Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также университетской клиники Международного гуманитарного университета продолжается реализация проекта по бесплатному тестированию одесситов. Каждый желающий может предварительно записаться в колл-центре по номеру телефона 778-30 с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00. Посетители клиники не только проходят тесты на выявление коронавирусной инфекции, но и получают комплексную консультацию и медпомощь. Ежедневно бесплатное тестирование в клинике проходит около 50 человек. Всего с начала работы проекта протестировали уже более 1000 одесситов.